сейчас не называют то, что у нас было раньше, вспоминали, все забыто. Ну, потому что Дмитрий, нет, он позволяет... Это что, он, наверное, не говорит, ну, проститутка, а? Ну, говорит еще какие Оленька, слова? Оленька. Он говорит, Оленька хорошая. Но я не буду вашей маме звонить. Нет, все вы знаете, конечно, у нас, например, меня, у нас, например, так, например. Да мы не общаемся ни с Костей сейчас, ни с кем. Мы вдвоем одно целое. Не ори ты там. Ну подожди. Ты не ори. Ну подожди. Орешь ты там. Ты что, обидели бедную девочку? Мама, успокойся. Да вы вообще извиниться должны передо мной. Перед вами извиниться. Вы выскажете, чтобы я сдохла. Да я извинялась перед вами, перед вашим сыном! А вы не извиняетесь, вы ненавидите меня! И больше вам звонить не буду! Ненавижу, да! Потому что ты ненавидишь моего сына! Вы с ума сошли, я что ли? Ты орешь! Ты орешься мне! Тихо. Я так и знала. Я делаю, что ты будешь здесь, во Владивостоке! Орет она еще! За место извините, она еще орет! Я вчера перед вами извинялась! Вы не цените меня! Вы меня ненавидите! Вы меня оскорбляете! Вы сказали, чтобы я сдохла этой девочке на белом свете не жить! Вы с ума сошли такие слова говорить вообще! Вы много говорите! Еще раз повторить! Не надо!